один дух на проводе. И прямо сегодня я буду все это видео попрошайничать, галду. И я очень сильно надеюсь, что у меня это выйдет. Все-таки, ребята, говорится, опыт есть, а опыт не пробежал, попытки были. Ха-ха. Ну что же, леди и джентльмены, уважаемые подписчики, прямо в эту секунду прожмите лайкусик, обязательно подпишитесь на мой канал. Ну что же, а мы начинаем попрошайничать! Тыщ! Первым делом мы поменяем ник. Посмотрите, помогите голдой, я Кента ПК. И прямо сейчас я просто в тупую начну всем отправлять в личное сообщение. Бро, у меня сейчас плохие времена. Можешь помочь голдой? Мне очень надо. Мне реально очень надо, ребят. Мне там всего лишь 405 тысяч голды. Я реально нищий. Кента 20 сантиметров. Ну, кстати, ребят, ну, не соврал, молодой. Ну что же, отправляю абсолютно всем сообщение и посмотрим, что же мне ответят. И мало ли вдруг мне кто-то прямо сейчас сможет помочь, поэтому я отправляю просто всем. 5 minutes later. Я очень сильно надеюсь, что мне кто-то поможет. Ну что же, давайте ждать ответ. Ну что же, первый ответ не заставил себя ждать. Ты Кента ПК? Ну окей, могу дать 3 голды! Алло, ты Кента ПК? Алло, алло! Я говорю, братиш, ну да хотя бы 1000. Он такой, блин, нет, ну сорян, бро, сорян, бро. И знаете, что самое интересное? Я попросил голды у попрошайки голды. То есть, типа, у меня сам просил голду, говорит, Кента, голды, я подписан на тебя. Я говорю, бро, у меня сейчас плохие времена, можешь дать голды, мне очень надо. И он пишет, а зачем тебе голда, ты можешь донатить? Дальше пришел ответ от парня с моего клана. Извини, брошка, пока что всего лишь 0 на балике. Как же это обидно. Пришел еще один очень интересный ответик. Я сам бомж. Можно в клан? Пожи. Прошу, на колени встану. Вот парень с клана RGG Фронзес пишет. У меня нет. Он готов сыграть дуэль на 10 голды. Ну что же, надеюсь, удачи будет на моей стороне. Я прямо честно приглашаю в лобби. И пусть начнется великая заруба. Пожелайте мне удачи, играем Б, Тёмочка. Победитель получает 10 голды. Ауф! О, отлично, мы появились. У парня вроде бы как хороший пинг. И знаете, что мне интересно посмотреть? Мне интересно посмотреть, а какие у него есть скины. Мы играем дуэль на 10 голды. Это что такое? Это что? А, мне показалось, это АВМТХ, я уже испугался. Дорогой ты мой, а ну-ка. А, так у него даже нож есть. Ничего себе, он применяется. Давай дуэль на 10 голды. Так у тебя нож-то есть. Бизнесмен, ты мамкин. Но есть одна проблема, то что в дуэли я могу не только выиграть, я могу еще и проиграть. Но, ребят, ну я ж Кента ПК. Куда мне проигрывать? Ё-моё, ну что перхать, получил по заслугам. Все, 2-0. Слушай, ну походу это будет 10-0. Мне вот просто интересно, а что молодого паранва-то, а? Ай-яй-яй-яй-яй, Сильвер 2! Ну что, братик? Блин, походу даже без ушей играет, ё-моё. А ну-ка, что у него за кэрворм? А, так у него кэрворм плотной, с 4 наклейками, базар азира, братик. Скины у тебя реально нормальные. Сейчас кто-то проиграет 10 голды. Опа, братан, давай домой! Ну, слушайте, ну как-то слишком изи. Братан, походу, аватарку RG не забыл поставить, да? А скилл забыл поставить, как я понимаю. 5 minutes later. Ну и наконец-таки, последний раунд, ребята. Я еще немножко расслабился, потому что парниша целых 4 раунда забрал. Последний, финальный килл! Я зарабатываю первые 10 голды. Надеюсь, не последнее. Ай! Ай-яй-яй! Это было больно, но ничего страшного. Баба! Брат, я верю в тебя, сделай это ради меня. Давай. Сейчас. Покупаешь, друг? Я сейчас листаю, да. Ау, ты лучший! Спасибо! Спасибо тебе! Что? Мне только что пришел ответ на мои сообщения. Сколько? Напишу. Друг, сколько? Не жалко. Не может быть, неужто это работает? Ха-ха! Короче, ребята, у меня есть предложение номер 2. Давайте напишем еще одно сообщение, которое будет вызывать жалость еще больше. Я сейчас отправлю его абсолютно всем. Просто всем, кому можно так отправить. Привет, я Кента ПК. У меня сейчас плохие дела. Очень нужна голда. Друг, можешь помочь кидать, сколько не жалко. Спасибо тебе. И всего хорошего. Ха-ха-ха-ха! Ну что же, леди и джентльмены, погнали дальше. Метро Люблено, работаем. Отправляем просто всем, кому можно отправить. Все, кто в сети, я отправляю всем сообщение. Только что пришел ответ, привет, да, помогу. Братиш,
А сколько ты дашь? Ой-ой-ой-ой-ой! Я не верю! Если это правда! Я просто буду сейчас прыгать. Я буду просто прыгать. Братан, давай, давай, давай. Ща чекну. Сори, ноль голды. Прости, бро. В смысле прости? Я на тебя рассчитывал. Полчаса уже попрошайничать никто не дает. У меня нету, я сам бомж вообще. Брат, я тоже бомж. Ребята, чтобы понимали все, насколько плохо, то что я прям сейчас иду в закладку и буду пробовать попрошайничать там. Надеюсь, мне помогут. Пацаны, пацаны, я очень сильно прошу, кто-то может помочь голдой? Я реально нищий. Мужики, кому сколько не жалко, по-братски. Братан, я отдал, но я тоже нищий. Брат, ну хоть чуть-чуть можешь дать. Ну хотя бы 3 голды. Моляю, братва, кому сколько не жалко. Давай так, если я буду на первом месте в нашей команде, то ты мне дашь пол голды. Согласен? Давай. То есть, давай, вот если я сейчас за этот первый раунд буду на первом месте. Все, поехали, братан, давай. Ради пол голды, ребят, на! До свидания, минус один, родной, минус один. Жди. Братан, сейчас все будет. Оставьте мне кого-то кильнуть, братва! Мне срочно нужна голда! Ё-моё, Все, братан, я самый ценный игрок. Дай пол голды. Алло. Дам. Брат, пообещай, дай слово мужчины. Слово пацана даю. Пол голды не дай. А как ты ее дашь? 5 minutes later. Ну и как вы понимаете, после этой каточки мне никто ничего не дал. Опять обманывали. Опять. Просто бессовестные грибобасы вонючие. Ох, сколько надо! Прошу, дай 500 г. Если он прямо сейчас даст мне 500 голды, я просто буду в шоках. Братан, здорово, дорогой, ты мой брат. Такой скин заходить, говори сразу, быстрее, родной. Быстрее, брат. Здорово, Dragon Rise, Ронин. Ронин. 5 minutes later. Да, готов. Давай, поставил. Да, спасибо, брат, спасибо. Ты лучший. Брат, я очень сильно извиняюсь. Я, брат, только с детдома пришел. Брат, а можешь еще немножко помочь, если тебе не жалко, брат? Может, еще есть какой-то ненужный скин, брат? Ну, любой ненужный скин. Ну, только 20 голды на балансе есть. Сколько? 20? О, брат, а можешь помочь, пожалуйста? Мне очень надо, если не сложно. Давай я куплю скин за 20 голды тебе, если... Чарм Харадаш. Харадаш. О! Брат, ставлю запрос 19 голды. Ты готов, родной? Да. Поставил, брат, быстрее! Да, ты лучший! Спасибо большое! Я богат! А, души! Все, больше нету. Все, брат, сегодня хорошее. Короче, ребята, у меня есть одно очень интересное предложение. Давайте-ка мы прямо сейчас запустим каточку обратно же в закладочке и попробуем еще раз попрошайничать именно у рандомов, у тех людей, которые меня не знают. Я думаю, это будет очень весело. Поэтому, ребята, пристегнитесь, лайкосик, подписочка и полетели. Пожалуйста, братан, ты можешь помочь голдовой? Я умоляю. Пожи. Пацаны, помогите голдовой, прошу. Ага. Здорово, брат. Опа! Приветик. Опа, минус 3. Ха-ха-ха-ха. Все. Ну, ребята, минус 4. Чисто залетел, раздал, так и... Но, к сожалению... Тут нет добрых людей. Давайте искать катку, пока мы не найдем кого-то с голосовым чатом. Поэтому я пока что отсюда выхожу, и мы идем дальше. 5 minutes later. Мужики, здорово, микро, да, есть? Да, есть. Братан, я очень бедный, можешь помочь голдой, пожалуйста? Алло, ребят, ты можешь помочь голдой? Кто? Ребят, тик-так, кто? Нет, это не тик-так, брат, помоги голдой. Братва, кто может помочь голдой по-братски? Прям сейчас. Я понял, да? Как только мне нужна была помощь, вы от меня отвернулись. Ну и пока, играйте сами без меня, я выхожу. Так, ребятки, я думаю, надо запуститься в еще одной каточке и попробовать повторить сделать то же самое. Могу до 10 голды, но я не дам. Короче, я пока не могу дать, ага. Мама не разрешает, да? Вот так вот мы, никто мне голды не дал. Вот я и выхожу, играйте сами без меня. Ну а прямо сейчас хотел провести эксперимент именно среди вас. Вот, видите, вот эти все скины. Это все мои скины. И вы можете прямо сейчас поставить видео на паузу, найти этот скин в игре и купить его. Если вы его купите, то я всю эту голду раздам бедным подписчикам.
Если что, все пруфы, что мне купили и что не купили, будут у меня в телеграмчике, поэтому, ребята, или если вам нужна голда, то прям сейчас приходите ко мне в телеграмчик, потому что, возможно, кто купит скин, я эту голду дам именно вам. Ну что же, мои уважаемые подписчики, прямо в эту секунду прожмите огромнейший лайкусик, подпишитесь на мой канал, напишите любой хороший комментарий, не забудьте подписаться на телегу, если вам нужна халявная голда. Также подпишитесь на мой инстаграмчик, телеграмчик, ну короче, вы поняли, все как обычно. Всех обнял, приподнял, всем удачки, всем пока!